Привет, народ. Второй день пошел. Вчера с комрадами копали. У нас больше, по-моему, ничего не было, что мы снимали. Ребята еще нашли крестовик, серебро. Ну, там монеты были. Крестовик убитый, как всегда. Вот. Пятак оказался. Ничего, мы его прикрепим. Ну и медалька. Так, первый сигнал с данной поляночки. Поле чудес. Вот он. И как всегда, в луже. Блин, да в такой луже еще что? Ай-яй-яй. В болотце. Нет. Ой, господи. Выкопал. Удивительно, что терка не всегда адекватно показывает глубину. Монетка. Ай, блин. Какая? Вчера одна из убитых медях впоследствии оказалась серебром. Кислина. Павел Первый. Райта копейка, конечно, затерта. Ладно, пойдем дальше. Дядя Пашка. О, какой к нам товарищ прилетел. Там над головой вылетел из леса. Нифига не вижу, что снимаю. Против солнца, ладно. Что-то пока тишина у нас сегодня. Ну, это как обычно. По утрам ездить. Ничего не находить. Куда выезжаем? Здесь начинаем находить. Ладно, ходим, броним. Нечастый сегодня цветной сигнал. Оказался монетой. Забрались опять вглубь поля. Хотим потом пойти по промоинам вон на то, щитовик, да? Ну, судя по красноте, да. Ходим вот здесь по промоинкам, по этим. Вдоль кустов там прошли, что-то ничего нету. Странно. Что вот эти кусты тоже являются церковной землей. Вот эти тоже когда-то там была. Потом они уже заросли. 32-го давай. Года. Ой, да какой веселый. Нечастые здесь советчики. Да, вот за все время я вот вчера нашла рамочник. Там, в начале поля, около деревни. И здесь. Поздних здесь, кстати, вообще ни разу не было. Да. Столько ранее попадают. 30-й год, 40-й максимум. То есть, ну, так пролетели рабочие. Ладно, ищем. Так, ребят, ну сегодня опять не без серебра. Правда, теперь советский билончик у меня. 24-й год. 20-сутничек. Вообще сигнал нестабильный был. То ли глубоко. Ну, в общем, ничего. Так, еще сигнальчик. Очень окисленная деньга зеленая. Просматривается, что деньга. Куриц знакомый. Ладно, побродим еще. Смотрите, какая изумительная штучка попалась. Наверное, скорее всего, часть какого-то герба. Корона, видите? Корона, буквы. Здесь явно еще что-то шло. Кто знает, подскажите, интересно. Ну, наверное, от герба от какого-то, скорее всего. Ну, как какая-то, да. Что за масонки? Да, вот обычно. Ха. Нормально, да? Дожили. Обычный масон. Пейка.
Так, ну сигнальчик у нас пригожий. Давайте вместе попробуем. Блин. И где ты? Ха. Ага. Раз. Есть. Что тут у нас? Что-то мне подсказывает, что это Павел Первый. Раз. Нет, не Павел Первый. И Екатерина. Скорее всего, полушечка екатерининская. Ладно. Потом отмывать будем, показывать. Если живые, прикрепляем фотографии. Ладненько. Фух, все, ребят, находились. Монет набрали некоторое количество. Скромно. Ну, скромно, да, 7 штук, 7, 6, 7 монет, все. Ну, хрен с ним, серебро есть. Ну это еще нет, мы сейчас поим, пообедаем. И коп продолжится, только в другом месте. Появилась у нас одна идейка. Так, сейчас покажу, что набрали. Вот находочки сегодняшние дневные. Деньга, Павел, масон, советики какие-то ранние, 20 копеек серебром билон. И это грязная Екатерина. О, какая-то штучка интересная. Ну, немного, но есть. Еще день не заканчивается. Если вечером что-нибудь найдем, покажем. Ну, это ромашник. Фух. Походили. Ну, ладно. До связи.